Привет, друзья! Это истинный следователь. Хочу поговорить о мигрантах. Я уже снимал один ролик, говорил, что они делают эти ларьки, взяточки таскают, дают говненым ебучим бандитам, МВДшникам. И сейчас я в транспорте езжу и смотрю все время, да, вот приезжие люди такие темненькие. После работы едут, как будто ведут праведную жизнь, такие вот работают, зарплатку получают. И стало закрадываться такое мнение, что, может быть, они нормальные, может, я не прав был, может, они не предатели Родины. Ведь они же что делают? Работают честно, тихо. На самом деле это поддержка бандюганов, этих убийц, потому что там они не выступали, прятались по норам, там в Узбекистанах, Таджикистанах бандюганы сидят, заправляют до сих пор. Ну, там я видел, что выступал народ, но дубасят, тюряшку сажают, и он подзаткнулся. Все равно людей больше, всегда есть возможность угандошить бандитов, уничтожить. Вот. А эти убежали, простые люди, тетечки, дядечки. Поэтому и здесь они будут также жопу подставлять бандитам. Это единственный способ с бандитами справиться, это их уничтожить. Поэтому эти приезжие есть куски говна. Пошли нахер они. Там не справились у себя дома. И идите нахер, суки. Всегда надо бороться. Соразмерно своим силам. Даже если ты тетка или старичок, хотя бы говори, вылазь немножко. Вот. А эти люди, я думаю, они нихера не делали, эти тетечки, которые полы моют. Даже пернуть не могут, суки. Шли нахер. Пока, ребята. Мигранты. Куски говна.